Зрители национального телевидения знают наш весенний телевизионный проект «Отличные студентки». Рад вам сообщить, что участница прошлой программы Мария Максимова сейчас представляет Чувашию на конкурсе «Новая звезда». Подробности в сюжете Марины Рябцевой. Мария, 22 года. Мария Максимова в прошлом году в проекте «Отличные студентки» представляла свой вуз, педагогический университет. А сейчас девушка защищает честь нашей республики на телеканале «Звезда». Маша считает, что попасть туда было настоящим чудом. У меня положение попалось на руки 26 ноября, и прием заявок заканчивался именно в этот день. А он мне попалось в 7 вечера. То есть буквально за пару часов мы сняли ролик, там, как нужно было сделать. Маша успела оформить все документы и отправить заявку на участие в конкурсе. И, как оказалось, сделала она это не зря. Именно ее кандидатура и была одобрена Министерством культуры Чувашии. Быть представителем какого-то региона – это нести большую ответственность на себе. И как будут на тебя потом люди смотреть? Если вдруг бы что-то не получилось у меня, люди бы стали бы осуждать и говорить, вот, надо было других отправить, может быть, другие бы получилось бы у других лучше. Вот это, конечно, была самая большая вот опасность. Маша не подвела. Девушке удалось выйти во второй тур в проекте «Новая звезда». И проходит во второй тур Маша Максимова. Музыка прям... Это самое лучшее, что вообще случилось в моей жизни. И что я попала именно на конкурс «Новая звезда», это просто... Удача, это большая удача и большая возможность мне, как вокалисту, и вообще другим людям, которые тоже вроде пытаются, вроде хотят участвовать. Но это я своим, так скажем, примером показываю, что не надо бояться, нужно идти и нужно стремиться к этому. Марина Рябцева, Сергей Рябчиков, Республика.